Здравствуйте, уважаемые подписчики и зрители моего канала. Очередное видео на канале Сибирский Скиф будет по приготовлению котлет из щуки. Щуку я добывал по осени, наконец-то она дождалась своего часа. Я их копил 16 штук, это около 18, наверное, около 20 килограмм здесь. Вот в этом, ух ты, тяжелый, красном тазике у меня есть. Значит, я их не потрошил, я домой привозил щуку, даже ее не мыл, просто брал, встреч пленку заматывал и отправлял все это в морозильную камеру. Она у меня хранилась, как можно сказать, в вечной мерзлоте. Данная щука дождалась своего часа, так как щука очень большая, около 2 килограмм, получается полторашки, двушки, ну, 2800, по-моему, здесь нету, не дотягивает. Но около трешки, по-моему, тоже какая-то здесь у меня есть щука. Вот такие двушечки, полторашечки замечательные. По-моему, вот это у меня самое здесь здоровое. Вот это около 2,5 килограмм. В основном вот эта крупная щука у нас идет на котлеты. И так как стоят на улице морозы, минус 30, ниже нуля у нас на данный момент. Очень холодно. И я решил заняться такой, как говорится, кулинарией. Приготовить котлеты со щуки. И показать вам свой рецепт. Довольно-таки простой рецепт по приготовлению котлет из щуки. Котлеты из щуки получаются очень вкусные, очень сытные. Так как у нас щука большая, вот такая вот здоровая, то есть из нее самое идеально будет приготовить котлеты. Мы когда вот, допустим, я добываю, либо с кем-то езжу ловить щуку, добывать, мы ее называем ласково нежно котлетка. Так что сейчас мы будем приступать к приготовлению котлет. Итак, берем щуку. Вот какая щука, даже не влазит на саму досточку. И начинаем ее разделывать. Вот эти хвосты я... Ух ты, блин, нифига себе. Фиг отрежешь. Вот эти хвосты я отдаю кошкам. И обрезаем также вот эти плавники. Можно, конечно, это делать ножницами, но я привык всегда делать ножом все. И также отрезаем вот этот плавник. Так, с другой стороны плавничок. И отрезаем также голову. Головка у нас, друзья мои, идет на уху. Ого, какая хребтина большая. Вот такая вот здоровая головень у щуки. Также хвостик, вот такой вот кусочек хвостика я отрезаю на уху. Именно на уху. И начинаем разделывать. Ну, все разделывают по-разному. Я разделываю вот так вот, по хребту. Проводим. И начинаем срезать мясо с косточек. Может быть, кто-то по-разному разделывает. Пишите в комментарии. Но я привык разделывать вот так вот. Вот такая вот получается филешечка со щуки. Плавнички обрезанные. Кожу я не сдираю. Можно, конечно, содрать кожу, но кожу я оставлю. Также здесь вот попадается вот такой небольшой плавник косточки. Мы его тоже берем, убираем. Вот такая вот замечательная филешечка. И такую же процедуру проделываем с другой стороны. Хребты я не выкидываю, хребты у нас уйдут на уху. И срезаем косточки. Вот получилась у нас вторая часть филе. И также эту процедуру делаем с оставшейся непосредственно щукой.
Ну вот и все, последний кусочек, разделанный на котлетку. Также у нас получилась вот такая вот полная чашка отходов, косточек, плавничков, кошкам. И вот эта большая чашка на уху, это то бишь голова и хребты, там где я отрезал кусочки от хвоста. И получился вот такой вот большой вот тазик замечательных филеек. И сейчас приступаем, все это будем крутить на мясорубке, готовить фарш для наших котлет. Для дальнейшего изготовления котлет, приготовления котлет, значит, нужны следующие ингредиенты. Это вот картошка, ребята, все на глаз. Сало, хлеб и само филе. Итак, первая тарелочка у нас готова. Выкладываем это все в таз, в нашу емкость большую. Так, ну теперь крутим картошку. Чередуем филе, картошка, хлебушек. Хлебушек я добавляю сразу, в молоке не замачиваю. Конечно, рецептов существует очень много, но я люблю делать вот так вот. Самый главный ингредиент — это сало, можно так сказать. Без сала будут котлеты не сочные. И хлебушек. Картошечки бросим. Филе от рыбки закинем. Вот столько у нас получилось фарша наших рыбных котлет. Берем колобочек, мы будем формировать такие небольшие катышки, колобочки на котлет 6-7, и потом уже достаем, когда уже этот катышек, колобок, и мы туда добавляем и чеснок, и лук. А пока фарш мы перемешиваем сейчас тщательно, потом будем солить, перчить. Я не знаю, килограмм, больше 10 килограмм точно будет рыбного фарша. И все. И отправляем потом это, когда сформируем катышки, и отправляем это все в морозилку до лучших времен. Я не делаю там по щуке, по одной, по две. Я накоплю штук с десяток щук, 15. Все за один раз замесим, сделаем. И потом достаем фарш из холодильника и делаем, кушаем котлетки. Красненького перца добавляем и все это перемешиваем. А, запах стоит божественный. И теперь солим, обязательно, друзья мои, солим котлетки. Фарша много. Соль тоже я на глаз все это делаю. Знаю точно, что я их не пересолю. Котлеты. Еще раз добавляем красного перца. Так, хватит. И добавляем также черного перца.
достаточно. И также все это перемешиваем. Итак, у нас фарш замешан, поперчен, посолен. И теперь будем делить непосредственно вот этот вистазик на порции. То есть, грубо говоря, на нашу семью уходит 8-10 котлеток за один раз. И формируем вот такие вот небольшие, вот такие котишки. Вот так вот мы делаем. И ложим в пакет. Раз. Два. Три. У нас осталось маленько фарша, совсем немного. Перекладываем мы его в другую емкость. А этот фарш мы будем сейчас жарить. Как я уже говорил, что мы вот этот фарш, который из кулечков, мы его сформировали для дальнейшего употребления, то есть про запас. Получилось вот столько фарша. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь таких вот котишков. Ну, грубо говоря, тут по 1,5 килограммчика каждый будет в этом пакетике. Примерно будет на котлеток 10. 8-10. То есть уже как бы рука набита. И все, мы это оставляем на голодный год, на голодные времена. Ну, либо когда охота будет покушать. Вот этот оставшийся фарш, мы в него сейчас добавим лук и чеснок. Вот этот фарш, который будет у нас храниться, мы в него вот этот самый лук репчатый мы не добавляем. Мы добавляем его тогда, когда мы достаем фарш уже непосредственно с морозилки. И добавляем также в него чеснок. Фарш у нас поперчен, сало в нем есть. То есть все, он готов. Хорошая такая заправка для котлет у нас будет. Ну и теперь сейчас будем добавлять в этот фарш, молоть также лук. И добавлять чеснок. И теперь доделаем котлеты, которые сегодня будем дегустировать. Как уже говорил, что заготовленные колобки, сформированные, я в них лук не добавляем. То есть мы в них лук не добавляем. Также добавляем сюда 4 зубчика чесночка. Лук обязательно. Итак, наши рыбные котлеты на сегодняшнюю дегустацию готовы. Вот так вот получился у меня фарш. Как уже сказал, мы добавляем сюда лук, чеснок перед употреблением. И добавляем одно яичко, кокушка. Все. Отдаем теперь это в женские нежные руки. Замешиваем фарш, уже который будет непосредственно, из него будут делаться котлеты. Берем фарш, формируем из него котлеточку. Обваливаем в панировочных сухарях. И выкладываем на сковородочку. Также производим со следующей котлеткой. Ай, не передать запах на камеру, простите меня, что это все вы видите. И еще одну. И выкладываем на сковородку. Итак, друзья мои,
Котлетки готовые. Вот такие вкусные котлетки получились. Тут, наверное, в количестве 2-4. Тут, короче, несчетное количество этих котлет здесь. Ну, сейчас будем пробовать. Котлетку берем. Разламываем ее. Котлетку. Какая красота здесь, а. Прошу прощения, что я пробую. Это все при вас, хотя это шутка. Ставь лайк, если ты бы тоже сожрал эту котлету. Просто божественная котлета. Соли чуть-чуть не хватает. Можно даже подсолить. Но лучше пусть будет на столе недосол, чем пересол. Ну и по традиции, друзья мои, за вас, чтобы в ваших семьях был мир, согласие и чистое небо над головой. За вас. Дай Бог вам. Здоровья всем. Очень вкусные. Угу. Соли не хватает чуть-чуть. Ну ничего. Лучше досолить, чем пересолить. Всем спасибо, кто смотрел. Кто не подписан на канал, подписывайтесь, ставьте лайки. Ну и до новых встреч. Я думаю, уже на следующей рыбалке. Всем пока. Я думаю, надо повторить. Чуть-чуть еще.